Мы представляем ее как поддержку ВКонтакте. Мы привезли с собой 8 баннеров, которые мы повесили в Самарине. И кроме этого, еще отсутствие квадрат баннер, который мы будем держать в руках. После проката, до проката мы его будем где-то разместить. Да, надеюсь, что Женя еще понравится, она почувствует нашу поддержку и будет удовлетворена своей работой. А видели ее тренировки? Как у вас ощущения? Как для нее сегодня сложится? Нам, как всегда, показалось очень сосредоточенной. Вот. Мы старались снимать как можно больше фотографий, потом мы А скажите, как вам новая короткая программа и как вообще у вас в сообществе ее принимают? Короткую программу, в принципе, приняли очень хорошо. Мы считаем, что старая короткая программа была хорошей, но новая, она еще лучше. Она больше подходит к настроению, и она лучше ее, она может ее лучше выразить эмоционально. Возможно, на данный момент она более удобна для того, чтобы решать определенные задачи именно здесь. Рискнете дать прогноз, как завершится этот турнир для нее? Нет, мы